К другим темам. Глава региона Андрей Травников сегодня встретился в Москве с министром спорта России Павлом Колобковым. Правительство Новосибирской области подало заявку на проведение в регионе крупного международного турнира по биатлону. Добавлю, что федеральный центр уже поддержал строительство в Новосибирске новой ледовой арены и волейбольного центра. Для того, чтобы выдержать вот эти жесткие темпы строительства, необходимо стабильное финансирование, и мы обсуждали необходимость выделения финансирования и в 2019, и в 2020 году. Получили поддержку со стороны министра. Надеемся, что такую же поддержку удастся получить в других ведомствах, в Минфине, в Минэкономразвитии и в итоге на заседании правительственной комиссии.